О, все. Вау, посмотрите. Game over. Ребят, всем привет. Привет. Давно ничего не снимали, обленились напрочь. В общем, сегодня будет у нас еда. Как вы любите, это место нам показал давно уже Виктор. Это безлимитное кафе. Шведский стол. Шведский стол. Да. В общем, сейчас все более подробно все покажем. Почему мы хотим вам показать это кафе? Потому что оно очень крутое, там очень много мяса. Носят такие, как их называют? Шпажки. Нет, официанты, да? Ковбои такие. Ковбои в ковбойских шляпах. Они потом сперва нарезают, потом сразу вот так выкладывают из палки на тарелку. Очень много видов мяса, где-то штук 5, может даже больше. И есть также морепродукты. Вот. И что еще, Поля? Еще там есть, ладно. Как? Десерт. Да, десерт. А, десерт есть, да. Там для детей место хорошее и для взрослых. Крутое место. Мы оставим локацию этого места в описании. Я в это место хожу чисто поесть мясо, потому что я там столько много мяса, я там просто отъедаюсь. Там на самом деле... Там на самом деле можно и суп себе сварить, там и акула, да, кажется, суп из акулы какой-то там. И черепахи. И в общем, там так, знаете, богатенько, только напитки платно. Вот. И цена... Но на входе каждому дают стакан арбузного шейка. Да, это стоимость входит. Смотрите, вот здесь вот на входе такие кабиночки, здесь караоке, то есть она вот именно герметичная. Как герметичная, в смысле... Шумоизоляция, видимо, да, сделана. В общем, когда китайцы, да, очень китайцы любят такие места, они заходят, поют, и вы знаете, если дверь закрыть, в принципе, даже ничего не слышно. Вот она там что-то поет, и даже не слышно. Вичатом можно оплатить. Вичат — это такая программа в Китае очень популярная. Alipay, QQ еще есть. Сканируете QR-код, который на мониторе, выбираете себе песню какую-нибудь, я не знаю, с текстом, и вот можно будет петь. Вот 15 минут 30 юаней и так далее. Да. Вот. Но мы не за этим пришли. Мы пойдем кушать. Сансайю. Что такое сансайю? Это рыбка, где и бульончик, и острое все. А тебе больше всего нравится бульончик или рыбка? Что нравится? Все. Все нравится. Я бульончик попробовала, но я не пробовала. Потом зайду в ресторан, вон тот наш любимый, и попробую сансайю, там бульончик. Как-то, в общем, называется по-китайски Бразил, и там дальше по-китайски. Здесь, в общем, такая стоечка, и кафе работает 2 раза в день. Кафе, ребята, в общем, работает с 11.30 до 14.30, это днем. Можно пообедать безлимитно, ни разу не обедали, мы в основном ужинаем. И с 17.30 до 22 работает кафе. Здесь написано днем 58, а вечером 75. Здесь такой мониторчик, и сразу показана кухня здесь. Как жарится мясо, посмотрите. Вот на таких шпажках они таскают мясо. Видите, кто-то уже выбирает. Да. Переключает камень тут. А что там больше всего понравится по еде тебе? Десерт, мясо. Мясо, да, тоже ешь? Да, мясо очень вкусное. 75 юаней, если на входе платить. За детей больше 120 сантиметров надо заплатить 40 юаней. Да, сюда давай. Да, да, да. А ты заплатила через приложение, да, получается? Там дешевле вышло? 73 юаня с человека, то есть на 2 юаня всего дешевле. Немного. В общем, смотрите, такое кафе интересное. Я уже иду набирать. Я тоже. Так, ребята, пойдемте заобзорим это место. Девчонки помыли руки и набирают себе всякой вкуснотищи. Я смотрю, ты салатик, да, берешь себе? Макароны, спагетти. Много набирать нельзя, девочки, да, не забывайте, потому что если мы не съедим,
то нам придется штраф заплатить. Это какое-то китайское молоко, скорее всего. Здесь грибы, кажется, если я не ошибаюсь. Это, видимо, как суп, что ли. Вот, это, кстати, китайцы очень любят переваренный рис. Это просто сладкое. Ну, мне кажется, это не сладкое. Это без... Я пробовал, это пресное. И, в общем, китайцы любят. Это наггетсы, креветочки. Очень хорошие, очень большие. Зацени, какие креветочки большие. Это, скорее всего, тофу маленько с острым перцем. Здесь капуста. Здесь краб. О, котлетки с этим, с фиником, если не ошибаюсь. Картошечка фри. Сосиски с кукурузой, рис. Непонятная штука. Надо попробовать. Так, это всякое десерт пошел. Печеньки. Здесь уже какие-то пироженки. Это бобы в кляре. Чипсы. Вот, кафе только-только открылось. И народ, прям смотрю, охотно прям так идет. Уже больше, все больше и больше народу становится. Покажи, что набрала. Окей. Я потом подойду, скажешь, что вкусненькое, ладно? Так, здесь, в общем, десерты, торты. Так, здесь мы уже были, пойдемте дальше. Здесь, кстати, вот такой вот отдельчик, так скажем, здесь нарезают рыбу. К нему мы вернемся чуть позже, когда он ее достанет. Там по выдаче, поэтому здесь мороженое. Здесь какая-то, какие-то как блинчики какие-то фаршированные, шарики. Что? Подойди, подойди, у нас новое место появилось. А, подошла вот эта управляющая, я так понимаю, и она нас пересадила вот на этот стол. Прям здесь так покомфортнее будет. О, я так понимаю, здесь еще можно роллы выбрать. Смотрите, ребят. Видимо, показываю с пальчиком, а он выдает по выдаче. Здесь все по выдаче. Вот морепродукты. Здесь, кажется, семга будет. Ладно, к ней чуть попозже. Окей, иди. Так, здесь, в общем, стоит соевый соус васаби и есть обычный соевый соус. Он показал, говорит, налить можно. Оп, много. Оп, много. Продолжим. Здесь какие-то печеньки, в общем, непонятная штуковина. Здесь второй зал. Люди, смотрите, здесь уже сидят. Здесь хурма. Это типа как личи или как называется. В общем, это фрукт. Это черри, виноград, черри опять. А, так, просто для красоты, я так понимаю. Вот, с этой стороны что? Можно лимонад, видимо, взять. Это лимонад, скорее всего. А, вот здесь готовят фреш из арбуза. Здесь можно также взять все почищенное. Смотрите, апельсины. Это какие-то груши, что ли? О, здесь, смотрите, суп. Я так понимаю, можно налить суп здесь. Курица. Здесь можно сделать салат. Также можно взять вот эти вот пельмешки всякие, булочки, все на пару. Здесь можно самостоятельно себе изготовить салат и полить соусом. Вот здесь соусы заготовлены. Можно сделать себе. Здесь сырые морепродукты. А вот, кстати, соусом. Этот салат. Этот вкусный очень. И здесь жарят. Как вот эти штуки называются? Устрицы. Устрицы жарят. Смотрите, у него там чеснок заготовлен. С перцем немного, наверное, да? И она вот сверху укладывает. И снизу газ. На газу, в общем, все это. И здесь суп можно, в общем, сделать. Смотрите. А вот здесь уже готово уже можно. Вот я, наверное, вот это возьму сейчас. А Катя варит тут суп самостоятельно. Набираешь здесь морепродукты, шарики, все сырое. Идешь сюда и варишь здесь самостоятельно. Здесь такие две кастрюльки, и можно сварить все, что набрал там. Ты набрала креветок, смотрю. Да. Это правильное решение, потому что креветки есть отваренные, но они не такие вкусные, как если ты сделаешь самостоятельно. Правильно, мам? Это верно. Вот такие ковбои. А, Янда. А, иди, Янда.
Так, ребят, в общем, вот такие вот, ага, Сися. Приходят такие вот ковбои в шляпах, вот с такими шпажками и с таким ножом, и они нарезают мясо. Мясо только что с печки. Да? Это очень вкусное мясо. Давайте, приступаем. Ой, оно прям сочное. Да? Да. Сейчас я сам попробую. Окей. Так, возьмем, ребята, самый сочный кусочек, жирненький. Я тоже. Как тебе? Нежная, да? Что, что, что? Мне же бока болит, потому что я с первым делом эту конфету прямо жевала, она твердая была. Вот, конфет много наелась. Это не конфет, это потому что я кусала их первым делом, они очень твердые. Ну вот, видишь, зубы попортишь так. Очень нежное мясо. Очень нежное? Очень вкусное. Такие маленькие. Да, это, видимо, чтобы удобно было нарезать. Подходит к столу, они уже говорят, сколько чего нарезать. Все безлимитно, ребята. Все безлимитно. Жестковато, да, вот это мясо, да? Мягкое? Мягкое вот. Не, я просто знаю, одно мясо у них есть, я не знаю, то ли говядину они подают, то ли что, и прям прожевать невозможно. Попробуй, очень мягкое. Мягкое. Очень мягкое, очень мягкое. Вот здесь мясо, я просто наедаюсь. А Катя морепродукты. Ребенок у нас пришел сытый. Наелась конфет. И ничего не ест. Сидит. Я не ем, мне просто пить хочется голодненького что-то. А ты... Арбуз, дай мне арбуз. Котлетку такую хочешь попробовать? Дай мне арбуз. Что это? Это крабы. Крабики, крабики. Обожаю. Можно я попробую конфетку? Можно, конечно. Она так красиво выглядит. Мне тоже понравилось. Мама, о, положи мне пахнет имбирем. Фрукты. Я буду фрукты кушать. Это тебе забери. Давай вот так. А она, давай? Слушай, маленько острая. Ага. Вау. Вкусненькое. Непонятное мясо какое-то. То ли с крахмалом, то ли с чем. Но мясо точно присутствует. И острое. И отдает имбирем. Ой, какая я голодная. Пицца? Пицца, пицца. Будешь пиццу? Окей. Потому что мы впервые, да, получаем пиццу здесь. Санга. Так, а вот и обещанный шейк, да? Арбузный шейк. Вот, бери трубочку, дочь. Дают по количеству билетов. А я буду пробовать пиццу. Блин, она сладкая. Сладкая. Как с повидлом с каким-то. Она с бананом. А, точно. Банановая пицца. Я пока не готов к десерту. Приступаем к мясу. Я первый раз пробую банановую пиццу. Мне очень понравилась банановая пицца. Да? А тебе? Банановая пицца? Да. Вот что называется, на вкус, на цвет товарища нет. Мы пришли на открытие, и действительно, сейчас народу мало, но народ прям поднабежал уже. А тем временем я пробую шарики, которые взял. Так, я попробовал сосиска, 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 а вот шарик мне интересно. О, какая сочная. Слушай, вот эти шарики вкусные. Я напилась. Слышь, Кать? Я хочу есть. Мясной шарик вообще вкусный. Я не ем больше ничего, я только вкусный. Так, ребята принесли нам креветочки. О, все. Креветка на мангале. Сердечки. Что тебе неприятно? Они очень приятно, то, что они такие черные. Это сердце курицы. Представляешь? Я сейчас буду пробовать. Ну и не ешь, мы будем. Очень вкусно. Мне тут очень все нравится. Есть что-то еще добавить?
Это моя самая любимая столовая. Ну это не столовая, это кафе. Кафе. В сердце я никогда не пробовала, мне сейчас очень понравилось. Попробуй, Никусь, вкусно? Да. Конечно, давай. Это тоже попробуй. Как тебе, мама, сердечко? Это крылышки. Я, кстати, ребята, когда сюда прихожу, ничего не набираю. Буквально возьму салат. Вот, я до него еще не дошел. Потому что да, мясо. Потому что ребята приносят мясо сюда, приносят морепродукты, все приносят. Если надо какой-то гарнир, то можно просто сходить и набрать, можно сварить, можно приготовить. Но я беру себе попить. И мясо. Сажусь и ставлю с тобой перед собой пустую тарелку и просто приносят ее, подрезают постоянно. Спроси, что за мясо. Я ел. Это какая-то утка. Утка? Да. Берем и пробуем. Я тоже. Ой, как пахнет клево. Вот она клевая. Она очень мягкая. Вон, сеси. Пробуем. Вкусно? Очень вкусно. Ел. Ел. Раньше вот этот чувак ездил с этим куском мяса с таким, да, на такой телеге. Сейчас, видимо, места мало, и он ее таскает в руках. Это вообще вот это еще мясо, оно прям очень мягкое, прям во рту тает. Смотрите, оно прям разваливается. Что, Майя? Мне больше всего вот это мясо, оно очень мягкое и очень вкусное. Да, 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 ну. А вот это мягче еще, попробуй вот это. А мне больше всего понравилось вот это. Вау, посмотрите. Обожаю. Обожаю это место из-за мяса. Здесь вот такое место, вот он стоит, нарезает рыбу. Это филе семги или форели. Очень тоненько, красиво нарезает. Свежая рыба. И дает всего по несколько кусочков в одни руки. То есть он не даст вам две тарелочки. Он дает только одну тарелочку в руки. И там буквально на тарелочке несколько кусочков. Рыба очень вкусная. Что ем? Такая вкуснотища. Вот так. Неси на стол. Ну да, я считаю, что среди всех вот этих блюд это деликатес, ребята. Как оно тает во рту. Ну сами посудите, смотрите. Очередь уже образовалась, смотрите. До входа. До самого входа. Пробуем другой вид блюда на мангале. Ой, развалился. Такие рулетики. Да, рулетики с беконом, а внутри грибы белые. Они так хрустят, когда их ешь. О, это очень вкусно. Бананы на гриле. Ребята, образовалась какая-то очередь. Обычно, если очередь образуется, значит, что-то вкусненькое. Смотрите, это очередь за устрицами. Клубничина, это лимонная. О, какая красота. Си-си. Мы все съели, у нас маленечко прибрались, и Катя взяла арбузик. Сидим, кушаем арбузик. Также вон еще, ребят, смотрите, сосиски. Мы их не попробовали. Вот. Там еще был голубь. Не голубь, а воробей. Маленькая такая, на шпажке непонятное существо. В общем, до нас не дошло. Хотел попробовать ради вас. Я ни разу не пробовал. Место крутое. Мы вам рекомендуем. Если вы будете в Гуанчжоу, то обязательно посетите это место. Сейчас мы наших девочек выдернем, наверное, из караоке. И с вами попрощаемся. 你会只能看到所有细节 в Instagram. Ссылка в описании. В этом кафе два зала. Вон там зал и здесь. Небольшая стена это все дело разделяет.
посмотрите, полный, тот зал полный, этот зал полный. И посмотрите, вот рядом кафе. Никого. Я, кстати, не понимаю, почему вот эти люди сидят именно в этом месте. Они бы это же блюдо могли бы, в принципе, заказать там, либо сварить самостоятельно и так далее. Также здесь, смотрите, два человека сидят, и полностью кафе пустое. И в округе полностью все кафе практически пустые. Я думаю, что это о чем-то говорит, то, что кафе очень недорогое и очень вкусное. А вот здесь ребята втроем залезли и поют сидят. Кафе нам очень понравилось. Там все мяско, там все картошечка, там все фрукты, там все десерты. Как Лео сказал, Поля, тебе что-нибудь добавить есть к этому всему? Скажи, Ника, как всегда. Все сказала. Да? В общем, здорово. Если вам, ребята, это видео понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Oh, 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 oh